Пожалуйста, Николай Викторович. Благодарю вас, всех, кто сегодня пришел. Постараюсь ответить на большинство вопросов, которые удастся у нас время ответить. Но, опять-таки, если не удастся сделать ответить на все вопросы, то в любом случае потом я прочитываю записки и в последующей встрече стараюсь уделять внимание именно большинству вопросов, которые не удалось ответить, чтобы была понятна тематика и так далее. Так что начнем, как обычно, с того, что с информационного такого обзора, так сказать, несмотря на то, что продолжается, так сказать, ну, по поводу книги, вы знаете, но тем не менее книги продолжают люди скачивать, читать и так далее. И на данный момент, вот, на сегодняшний день, с двух сайтов, как обычно говорю, уже скачано 2 146 742 книги. То есть уже третий миллион пошел, и это весьма радует, что количество скачиваемых книг не уменьшается, а в принципе растет. За январь неполный, уже 65 тысяч скачанных книг. И это только с двух сайтов, где есть счетчики, а на других, я говорю, ничего не известно, сколько там скачано. Я думаю, несколько раз больше. Поэтому, несмотря на то, что, так сказать, травля идет, информация многим не устраивает, основа социальных паразитов, это очень не нравится. Тем не менее, людям это, как ни странно, нравится. И поэтому я ориентируюсь не на социальных паразитов, а на людей. Поэтому, кроме того, что вот, по книгам я такой, продолжается интерес, пока не спадает. Довольно-таки забавная статистика посещения, в частности, моего сайта. К примеру, если, когда сайт был создан в ноябре 2004-го, и, естественно, люди стали посещать, то первый миллион посетителей был 10 января 2010 года. То есть 5 лет заняло на то, чтобы число посетителей стало 1 миллион. Так вот, динамика интереса еще забавна тем, что с 10 января 2010 по 10 января 2011, то есть за один год, посещение моего сайта было 1,5 миллиона человек. То есть за один год в 1,5 раза больше, чем за 5 лет. И вот после этого на сегодняшний день тоже продолжается еще, сейчас, насколько помню, там где-то 2 миллиона 620 с лишним тысяч, то еще 120 тысяч посетило за это время, еще до конца месяца нет. То есть о чем это говорит? О том, что действительно моя информация это не, извините, не порно, не так далее, и так далее. То есть люди приходят смотреть именно по интересам, целенаправленно, и такое количество людей посещает сайт, говорит о том, что действительно эта информация нужна, нужна людям, и людям это действительно важно. Поэтому, несмотря на что, я буду просто делать то, что делал раньше, и так далее. Так что с таких моментов, как обычно, начинал. Начинаю, и теперь продолжим. Иногда, вот, ну, знаете, приходят мне письма на мой сайт, присылают на движение. Вот здесь целый ряд вопросов, которые прислали те, кто не смог приехать. Но я постараюсь, пока вы будете созревать с вопросами, несколько вопросов ответить из присланных, а по мере поступления, хотя уже часть тоже, буду отвечать в основном на вопросы из зала, потому что те, кто приехал сюда, все-таки достойны, чтобы их вопросы в первую очередь отвечались. Но некоторые забавные вещи, вот, что хочется сказать, что в принципе...